Так. Ну, где копы? Кого таранить-то? Вот эти что? А где? Ага. Вот они. Чё их? Ну-ка иди сюда. Ах ты зас... А, всё, нормально. Там стоит до них дотронуться. Направо. Да иду, иду направо. Зато не надо. А, блин. Alright then, good work. F, come on, get in. Ну, а, ну как круто. Водичка такая хорошая, нарисована. Lester's waiting for us at the lockup. А, тут дорога даже есть, я даже не увидел. Ай-яй-яй-яй-яй. Самое главное не упасть. А то я-то выберусь, а эти ребятки нет. Так, ну сколько нам? Нам недалеко ехать, тут совсем рядом. Так, ну, собственно, уже все, вот за поворотом мы приехали. Тут лагерь. Я же на месте. И все, я уже здесь, что-то машешь. Не туда, куда... А, все, вижу, вижу. Сюда. Просто думал, не вместится. А он мог как. Alright, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, переоденьтесь. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. Oh, yeah. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up, stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'ma change, I promise. You won't even recognize me. Так. Да, ну не очень что-то. Симпатия сапфир. Чтобы осмотреть, бросить купюру, бросить много денег, отойти от поручни. Иди в задницу. Так. Ага, я унигал. Так. Да танцы, я не понимаю, в чем прикол смотреть на это? Уж лучше делом заняться, а чё, ну, смотришь только себе это самое... Ум, так сказать. Ну, как сказать. Фантазию разыгрываешь. Наоборот, хуже только делаешь. Уж лучше... все на деле. Добрый день. Погнали. Чё за Т там буковка, интересно. Блин, смотрите, как далеко. Ну ладно. Раз за Майкл, так за Майкл. Ну, тут буква Т, давайте посмотрим, что это.
Whoops. Sorry, man. Кошка побежала. Прикольно, прикольно. Так. Что это такое? Дополнения какие-то. Ой, Бляхмуха. Стоп. Сядьте в эвакуатор. Так я выполнял уже это задание. Я не понял. Ай, тупое задание, я же его выполнял. Какого Хочу дрифтануть нормально. Я делал уже это задание, но я же помню, выполнял. А, подожди. Это, наверное, продолжение того задания. Тоня, блин. И чё? Давай займемся здесь чем-нибудь. Так. Погнали. Куда теперь? А, подожди. Это я тоже выполнял, ёкарный карась. Тут, походу, сейчас машину надо гнать. Ну, точно. Ну и нафига мне это вот надо, вопрос? Мне за это деньги дают или нет? Мне нафиг крать денег только. Хоть их и не тратишь. Их нет. Whoa! Да ладно, такой столб не сбил. Yeah, that we can't agree on. And I got qualifications, honey. Like hell you do. I got a certificate in cosmology. You never seen my nails. What, you going into space now? You always did think you were so clever. Remember Davis? Заткнись! Ты мне мешаешь следить за дорогой. Че, дерево не упало? Да ладно. Ой, что за лаги начались? Так. Доберитесь до припаркового. Сейчас лагом будем разбираться. Так, доберитесь до припаркованного вместе, походу. Ну, давайте следовать указателю, например. Вот это, да? Давай, попробуем. Чё? Я не вижу, мне там... Бляха-муха. А, вот. On, да, без проблем. Типа тут за парковку отвечаешь, да? Хорошо. Кстати, а сколько у нас денег? Что? А где ювелир? То, что мы... Блин, я не пойму, для чего мы это делали. I thought you been into some repo work. Yeah, that's true. Same shit, but nicer car. Может, там теперь что-то на карте доступно? Ну ладно, сейчас завершим задание, посмотрим. And there ain't many of those around. An honest dollar that I ain't seen yet. Man, JB need to get his head straight. JB's going through a hard time. A hard time sitting on his ass smoking crack? I gotta keep his hours up. Word is they gonna sell the business. A new owner ain't good news for the drivers with no papers. JB sold his social for a piece 2 years back. I see the problem, but I just don't see that as mine. You too good to cover a brother now? I'm here, Anna. I've been covering that brother for 20 years. Так, еще скоро же мне приехать.
Оп, осторожней. Оп, 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 оп. Отлично. Отлично. Все, мы уже почти приехали. Конечно, да. Какой-то мусоровоз прям у нас. Но машина у нас не повреждена. Ну, в принципе, насрать. За качество мы не отвечаем. Мы отвечаем за доставку. Доставили, но не важно в каком качестве. Итак. Ну где тут? Как раньше, да? Ты, падла, открой ворота грёбаные. Или нельзя так? Да, можно. Am I distracting you? I'd get ugly if I could. Чё? Какой аж? Блин, у меня это на фары включать. Блин, уроды. Почему на аж у меня... У меня фары врубать на аж. Какого это хрена? Блин! Да ладно! Чё за баг? С управлением что-то... Давайте посмотрим. Настройки. Назначение клавиш. Так, любой транспорт. Вот, фары. Давайте вот эту клавишу поставим. Допустим. Падла. А, все равно, смотрите-ка. Все ясно. Короче, ставим назад. Одна и та же клавиша, только, видимо, что-то, не знаю, что. Назначение клавиш, ну, чтобы не забываться. Так, что тут у нас? И ставим H. Хотя хрен знает, что это было, ну ладно. Franklin, you know I will. See you round. Все, пока. Мне пора. My bay. Так, расширить. Время я не управился. И нам дали серебро. Далее. Отлично. Че ходишь, старуха? Так. Ну, естественно, денег нам не прибавилось. Непонятно, для чего эти задания нужно выполнять. Может, просто для какой-то там коллекции. Ладно, посрать. Мне лично, если не дают деньги, мне они нафиг не нужны вообще. Хорошо. Ладно. Куда нам ехать? Ехать 2 километра. Посмотрим, что у нас там ждет. Что, знаете, неохота вообще особо ехать. Ну, в принципе. О, нет. Вот надо было так вписаться. Это знак. Да. Хорошо, сейчас доедем, посмотрим. Хотя бы просто посмотрим, что за задание. Соответственно. Ну, что еще можно сказать? Да. Едем, да, едем. Лаги какие-то самые бывают. Опа, это что за интересная конструкция? Пружина какая-то. Ладно. Упс, прошу прощения. Так, почти на месте. Нет, ну да, скоро же приедем. Ох, мой внедорожник после каждого входа в игру восстанавливается. У него появляются... А точнее, исчезают всякие вот эти царапины и побитости. А, мы к нашему другану, походу, едем, да? Да. Упс. Ой, смотрите, чувак. Я как он увидел, что я в него прицел. Ты скотина, что за лаги? Ну да, сейчас надо завершать, сейчас разберусь быстренько с лагами. Все будет отлично. Надеюсь. Да, лаги прям дикие вообще начались. Да, вообще дичайшие просто зависания.
Прям вообще, смотрите, дико. Что-то начинается. Да, вот. Слушайте, вообще, что за дикость? Ну, я, кажется, знаю, в чем причина. Обязательно. Да ёптить. А, это уже заскриптовано. Прошу прощения, кажется, ладно. Hey, there you are. What's cracking? So, we all good? Hell yeah, we all good. We did. Yeah, you fucking A right, we did. So, here's the shot. Lester's offloading the gems. He knows a guy. Get us 50 cents on the dollar. Hell, we might actually have a little spending money left after we pay off that psychotic Mexican motherfucker. Whew. Cheers. А, все понятно, куда деньги делись. Я что-то тупанул, действительно, он же их отдает, забыл. Everything about it. Anyone who knows your file, what is wrong with you? Davey, long time no see. And what about Trevor? If that fruitcake realizes, no, finds out you're alive, you are D-O-N-E fucked. Hey, don't worry about Trevor. Trevor's dead. It's gotta be. Besides, I didn't have nothing to do with it. Whatever the hell it is you're talking about. Huh? Really? The criminals are believed to escape with millions of dollars worth of gems, precious stones, and safe rings. Albert Story had a lucky escape when the thieves ran straight into him. Yeah, I was just doing my job, and I say to this guy, hey, you gotta move these bikes. I don't know anything about that. This other guy runs out of the shop, pushes me over and says something like, you forget thousands of things every day. You make sure this is one of them. That was pretty scary. Back to you in the studio. This is a laggy. You want to get lit now, sugar? Trevor, baby, you wanna smoke up now? Don't do it, Johnny. Don't do it. Trevor, you been with my girl again? I'm speaking with you, asshole. Don't do it, Johnny. I told him, Trevor. I told him. We all get high. We all get high. But that don't make it right. Johnny, leave it. The crystal has got us, babe, but don't make it right. Don't make nothing right. Not what you done with me. I'm telling Johnny, leave it. I ain't leaving nothing. Trevor, I'm talking to you, motherfucker. Are you? What are you saying? Fucking my girl, man. It's wrong. Oh, I gotta fuck someone. You want me to fuck you instead? Is that the problem here? Take off your pants, cowboy, all right? Let's fuck. You think this is funny? Get them off! I told him to leave it, Trevor. I told him. Leave it. Leave it. Shut up, Ron. I'm about to fuck me a meth head, ain't I, cowboy? Get my boy sucked from his toothless gums, huh? Fuck you, Trevor. Oh. I still love her. All right, cowboy. Hey, I know. Hey, come on. Shh. I don't mean nothing by it, man. I know. I messed up. I know, cowboy. It's okay, man. Give me a hug, yeah. Shh. Fucking shit! Cut! 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 Who the fuck are you speaking to? Who? Who? I'm talking to you, huh? Fuck! Johnny! Huh? Next time, don't get in my fucking face! I just saw a fucking ghost and I gotta hear your crap! Get up! Get up! Fuck you then! Johnny! Wait! Fuck! The wheels are in motion. We gotta reach out to the rest of them. Ладно, продолжим в следующей серии. Подписываемся, ставим положительные оценки. Всем пока.